ребята. Очередной свой репортаж с берегов Волги. Очередная поисковая операция, спасательная операция. Волчный мотор утопили, ребят. Сейчас попытаюсь достать. Вернее, я его уже нашел. Осталось только достать. Якорь подниму, вы на нем останетесь и тащите. Просто сейчас бензин пойдет, но вам надо или на берег плыву как-то, или что. Просто за ручку возьми сам и в одну поднимешь. За это ручка, которая дуга, да, вот она. Второй за винт берите. Ну вот, видите, как хорошо помыли. Вообще чистоган. Так, мне веревку верните, а то якорь там на втором конце. Сейчас я подъеду.